11-й год практически закончился. В нашем ремесле это означает, что неплохо было бы подвести некоторые его итоги. Мы могли бы многое рассказать, но мы, конечно, не скажем о том, что ловили мы заметно меньше, чем в прошлом. Не скажем о том, что с экологией стало заметно хуже. Не скажем также о беспределе браконьеров, а скажем о том, что запомнилось больше всего. Толя, ты хоч не намочився, Толя? Держать, Толя, держать! Иди на мостик. Иди на мостик. Не, хорошо, хорошо. Толя! Так он тебя сейчас замотает, Толя! Давай сюда, иди к берегу. Глянь. О, красава! Я... Напада. Дай рукам. Это без ёлки. Такого ще ніхто не бачив. А ті ребята, я показую, як надо ловити. Я телефон хоч не намочив. Знімаємо крючок. Раз. Води літру. О, оце це риба. Хоп! О, тепер ми можемо себе знімати. Лёв был очень хорошим судака. Зажрал полностью джигу, двойничок. Сегодня несколько поклевок выиграли. За двойничок поймали. Бьет в голову, но брать не хочет вообще. Но будем стараться. Есть. Ну вот это хороший сортовой судачок. Этого мы берем. Телезвезда. Тем временем наше сафари продолжается, и аппетиты не ослабевают, как это бывает во время еды. Этот немножко покрупнее. Сюда. Этого мы отпускать не будем. И взял хорошо. Прямо на камнях. Вот это зажрал, да. Зажрал отлично. Никуда он не делся. Сегодня пасмурно, идет дождь временами. Вот поэтому он с утра вялый. Может, к обеду расклюется все-таки. Так бывало у нас уже. Хороший судачок. Килограмм точно. И сходу поклевка. Подошел, он вышел просто на камни. Из-под уреза вышел на камни. Небольшой. Окунь. Красавец окунь. Просто красавец. Ремешка с кулаком. Да. Очень приятная рыба. Тоже еле-еле. Но тем не менее,
тем не менее он в совке. Общие итоги, как вы видите, впечатляющие. Мы не смогли даже в этот раз вам показать всего, что сняли. Четыре с половиной, чуть-чуть до пяти не доходит. Четверочка. 4200, вот так вот. Съел. Сейчас посмотрим, что. Сюда чего? Судачок мерный. Будем он первый судак. Да. Можно даже его назвать мирным. Судак отличный, великолепный. Главное, что положено начало. Это говорит о том, что сейчас мы должны будем наловить очень большое количество судака. Но поскольку мы являемся в одно время и любителями природы, мы будем часть отпускать, конечно, как Макс Хантер. Каждый рыбак знает, что выходя на судака, есть большая вероятность поймать любого хищника, потому что они охотятся в одних и тех же местах. Но наша цель все же судак. Поднимай, не поднимай, поднимай. Вот она. Наша за глаза. Вот. Щука берется правильно, за глаза. Поскольку щука, взятая за глаза, является практически ручной, как тигры в клетках. Шансов вырваться, как вы понимаете, из таких вот опытных рук у нее тоже нет. Под рукой у рыбака всегда должен быть инструмент. Очень хорошо. О, хороший. Красавчик. Иди сюда, мой сладкий сахар. Глянь, за бороду крючком, а в рот двойником. Вот сегодня и клев. Все поклевки за бороду давит. Не клюет, а давит. Чё? Тише, Фрося, тише. Тише, моя хорошая. Смотри. Четко показываю. Придавил. Вынимаем жир с бороды. Есть. И двойник в рот. Красавчик. А? А хвост как пробил. Ты видишь? Насквозь. Выехали на 4 дня на Ворскую на рыбалку. Ну, естественно, как порядочные рыбаки, запаслись червем, опарышем, перловку запарили, все. Ну, и опарыша я взял большой банки из-под кофе. А жена моя положила мне стеклянную банку, тоже литровую, риса. Ну, варить, так сказать. Кушать и так далее. Да, ну, считай, неделю на рыбалку. Ну, и когда мы уже хорошо посидели, вечер удался, варится, так сказать, супчик рыбацкий, все как положено. Ну, я говорю, товарищу, принеси рис, пожалуйста. А сам этого всего не вижу. Я говорю, принеси. А куховарит у нас другой товарищ, варит суп этот, все как положено. Ну, и приносит
товарищ банку ему, я же этого не вижу. Тот высыпает ее в суп, все как положено, мы под водочку ее выпиваем, закусываем, съедаем. Ну все хорошо, все вкусно. Но на утро захожу в палатку, стоит банка риса. Подхожу к костру, пустая банка из-под опарыша. Съели. Ну, бывает. Есть. Пробовали жереха, попала щука. Но мы рады этому. Пусть клюет все, что хочется. Не очень крупная, но неплохая. Первый раз дыбнула, второй раз все-таки взяла. Ничком зацепил, слабенько. Просто придавил. Хороший судачок. Килограмма полтора. Придавил. Не хочет брать день. К вечеру будет клевать хорошо. Пи-пи. Пи-пи-пи. Вот хороший. Вот вам, пожалуйста. Наконец-то, тварь. Вот это удача, вот это хорошо. Надо честно признаться, что мы показали наши приключения не только 2011 года, но и других времен. По принципу «новое – это хорошо забытое старое». Но ответственности за новые программы с нас никто не снимал, и мы надеемся, что в следующем году новых программ будет гораздо больше, как и у вас, наши преданные зрители, ваших рыбацких успехов.